в одной Украине я был позором, другой стал матерым генпрокурором. Одни говорят, пьяная скотина, позором покроется Украина. Другие орут только дифирамбы, а я забухал, да и всех послал бы. Привлекает всего лишь сумма и жаркая просьба родного кума. Что делать, раз вышел он в президенты? Поделим по-братски мы дивиденды. Когда-то я нюхал в тюряге шкурки, теперь настоящий преемник жесткий. Я был пару лет главным в мусоровке, теперь ставлю точку в многоходовке. Провели уценку, написан закон лично под Луценку. Теперь кумовья делят государство, страну беззакония и мусорства. Написан закон лично под Луценку, в стране дураков провели уценку. Страна дураков без конца и края, себе прокурора все выбирает. То Шокин, то Пшонка, а то Луценко. Давно их пора бы поставить к стенке. Так нет, выбирает и выбирает.